Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка, и сегодня у нас будет распаковка бумажных сюрпризов. Так как я распаковываю по две штуки, поэтому пакетики у меня очень быстро заканчиваются. Но я думаю, ничего страшного. Буду рисовать и дальше, и новые. Вернулась я к вам с не очень хорошей новостью. Я не знаю, куда делась одна из моих коллекций. Теперь надо быть аккуратней, обращать внимание, куда я ставлю эти пакетики. Моя любимая рубрика про комнату, там оставалось всего два пакетика, которые я не знаю, куда делись. Поэтому ничего, сегодня продолжим без этих пакетиков, но впредь я буду аккуратней. Хочу вам показать новую коллекцию, которая называется «Красавицы Диснея». Это Рапунцель, это Жасмин, Ариэль, Белоснежка, все мои любимицы здесь. И здесь 4 красоток Диснея. Какой из этих пакетиков мы возьмем, я даже не знаю. Давайте вот этот вот. Желтенький, очень классный. Мне в комментариях написали, что, оказывается, это необычный медвежонок. Фанаты BTS меня исправили. Я просто не в курсе, не в теме. Поэтому давайте возьмем вот этого вот лежачего. Он очень-очень милый. Берем его. Эти пакетики убираем в сторону. Хотя нет, давайте возьмем два пакетика из этой серии. Потому что у нас все равно пакетиков мало. Поэтому давайте еще вот этот вот. Два. Моя любимая серия с гномиками. Я читаю все ваши комментарии. Там вы писали, что жалко рвать пакетики с этими гномиками. Мне самой очень жалко. Но ничего, приходится. Здесь мы возьмем вот этот пакетик, пожалуй. И давайте вот этот вот. А вот эти два у нас останутся для следующей распаковки. У меня очень быстро коллекции заканчиваются, потому что я распаковываю сразу по два пакетика. Мне кажется, так интересней. Давайте вот этот возьмем. И остаются два рюкзака, которые мне совершенно не нравятся. Ну да ладно. Берем вот эти. Моя любимая рубрика «Холодильник». Первая рубрика, с которой я начала. Давайте вот с мороженкой, и меня просили открыть вот этот вот холодильник номер 2. Я читаю все ваши комментарии, поэтому обязательно пишите, какой пакетик открывать следующим. Это все убираем. Вот столько пакетиков у нас получилось. 2 гномика, 2 медвежонка и всего одна принцесса Диснея. Может быть, еще одну взять, чтобы их было уж 2. Давайте еще возьмем вот эту красотку, чтобы было больше пакетиков. Так, приступим. Кстати, обязательно пишите, как вам этот ракурс. Сегодня я снимаю на другую свою камеру. Это тоже камера Canon, просто моя блоговая. Поэтому обязательно пишите ваше мнение. И вот такой у меня каталог. Кстати, я еще собираюсь купить еще один скетчбук. Обязательно пишите. Стоит ли снимать? Почему-то с этой пленочкой сразу теряется фокус. Так вот, ребят, если вам интересно, обязательно пишите в комментариях. Я собираюсь закупиться канцелярией. Если вы хотите, я могу снять влог, показать, как я все это покупаю. Итак, у нас два пакетика. С какого же начнем? Давайте вот с этого. Открывашка здесь вот такая вот простая. Легко открывается. А это Ариэль. Смотрите, как красиво получилось. И мне надо всех этих чувих поклеить вот сюда и уместить всех. Следующий пакетик, который мне тоже очень нравится, открываем. Следующая красотка нам попалась, Рапунцель. Смотрите, какая она красивая у меня получилась. Ее мы приклеим максимально близко, чтобы поместить всех. В принципе, у меня здесь еще место для двух красавиц есть. Так что можно даже немножко вот так вот. Thank you.
Ну что, две кроссовки готовы, осталось еще две, их мы распакуем в следующем видео. Так, мельком вам покажу. Это коллекция, над которой я еще работаю. Помните, у меня была коллекция комната, спальня, а здесь у нас с вами будет ванная и туалет. Совмещенный санузел. Осталось сделать наклейки, я вам обязательно сниму в ближайшее время видео. Такой небольшой дисклеймер. Следующая рубрика — это портфели. У нас осталось открыть 4 портфеля. В прошлый раз нам попался такой единорожка и кактус. Посмотрим, что попадется в этот раз. Райс. О, медвежонок под номером 6. Значит, мы его должны приклеить вот сюда. Готово. Второй портфель. Хочу, кстати, себе купить еще один комплект профессиональных нормальных фломастеров. Такой пироженкой. Это номер 5. Значит, клеим вот сюда. Готово. Осталось у нас всего 2 тетрадки, и мы заканчиваем. Следующий разворот с гномиками, и уже в комментариях был правильный ответ, какое слово здесь зашифровано. Но я пока что его говорить не буду, чтобы и дальше было смотреть интересно. Берем 2 вот таких пакетика. Посмотрите, какие они милые. Я не знаю, мне это нравится, потому что я сама сделала, или реально это очень мило. Здесь очень удобная открывашка. Здесь нам попалась всего 1 буква. Это буква Z. Как вы думаете, на каком месте должна быть эта кнопка? А вот здесь. Это должно быть одно слово. То есть вот отсюда оно так начинается и до сюда. Второй пакетик. Здесь уже у нас 2 буквы. Буква Ш и буква М. Буква М у нас первая. И мне кажется, уже грех не угадать. Я вам в первом видео говорила подсказочку, что на пакетиках есть подсказка, какое слово зашифровано. Ой, это буква не Ш, я перепутала. Это буква Т, и она последняя. С таким раскладом вы можете угадать, какое слово здесь зашифровано, или пока что нет? Пишите в комментариях обязательно. Что касается вот этой моей любимой рубрики, произошел такой казус, что 2 пакетика, они потерялись. Я не знаю, мама их выбросила или нет. Я пошла посмотрела в мусорке, вроде этих пакетиков не было. Возможно, я найду оставшиеся 2 пакетика, и мы закончим, а возможно, все так и останется. Возвращаемся к первой рубрике, с которой все началось. Это холодильник. Мне в комментариях писали идею, что точь-в-точь как холодильник можно, например, сделать шкаф. И это, кстати, очень хорошая идея, обязательно сделаю. И у нас 2 пакетика. Бургер под номером 9. Он будет вот здесь. Вот так.
И под номером 2 меня просили открыть этот пакетик. Как вы думаете, что здесь? А я знаю, это яичница, сосиска и кусок салата с помидоркой. Из рубрики «Холодильник» осталось 4 варианта, и мы уже заканчиваем. Как мне нравится то, что получается, это нечто. И последняя рубрика «Пазл». И здесь нас ждет 2 пакетика с очень удобной открывашкой. Просто она идеальна, эта открывашка. Готово. Все угадали в комментариях, что это Белоснежка. А что здесь? Кто напишет? Главное ничего не сместить, сказала я и сместила. Ну да ладно, без паники. И последний пакетик на сегодня. Открываем. Это будет вот здесь. Осталось у нас всего 2 пакетика, и мы заканчиваем. Осталось понять, что же здесь. Ну что, в общем-то, на этом все. Жду вас в следующих моих видео. А если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!